отчет практической работы наших студентов от 1 до 5 курса. Это очень большая, серьезная, целеустремленная, многотрудная работа. Потому что если приходят в консерваторию инструменталисты, они уже имеют определенную школу, определенные большие навыки владения инструментом. Профессия дирижера хора, она, во-первых, всеохватна в музыкальной деятельности, вообще в музыкальной культуре. И тем не менее, опыт приобретается, конечно, с годами в этой сложной профессии. Потому что здесь и отличный слух, знание сольфеджио, знание гармонии, знание стилей и эпох музыкального развития мирового, от раннего средневековья до современных сложных композиций. Наши курсы имеют очень важные, точные, нацеленные стилистические и практические задания. Первый курс сразу получает очень, просто я бы сказал, сложные задания. Это музыка, европейская музыка композиторов-романтиков. Ну, это в основном немцы. Но, естественно, романтический дух пропитал все эпохи и все страны. Поэтому здесь и не только немцы, тут и представители других музыкальных культур, других стран. Но задача, педагогическая задача, образовательная задача, чтобы каждый студент хорошо освоил язык оригинала. Немецкий, английский, чешский, итальянский. Но язык оригинала надо хорошо, конечно, знать, чтобы и понять атмосферу, и понять орфоэпику, музыку языка. Это тоже очень важно. Вот. Безусловно, конечно, российские переводы и переводчики, я бы сказал, прошедшего времени, это были исключительные мастера поэтического перевода. Поэтому, если какие-то сочинения достойны того, чтобы они звучали в переводе на русский язык, то это, конечно, не возбраняется, тем более, что это очень близко публике слушателя. Первый курс перед вами. Для них это сегодня первый отчет. Первый дирижерский опыт на этой великой сцене Московской консерватории. Так что будем желать им радости, творчества, вдохновения. Второй курс. Там изучается уже русская музыка, в основном светская, но, конечно, безусловно, без духовной музыки невозможно вообще понять русскую музыкальную хоровую культуру. Народные песни. Но в основном это миниатюра. Третий курс погружается в очень непростую, замечательнейшую эпоху 16-го, начала 17 века, то есть эпоха Ренессанса. В основном композиторы Италии, ну, конечно, безусловно, и других стран. И четвертый курс, а третий и четвертый курс будет выступать на этой же сцене в понедельник, тоже в 19 часов. Если просим, мы вас просим на эти концерты. Самое главное, что вы будете, и так же, как и мы, все будем видеть панораму роста наших студентов, зрелость практическую от первого курса до четвертого курса. Пятый курс у нас объединяется с четвертым курсом, потому что пятый курс
защищает дипломы в Большом зале консерватории в начале июня. И это будет 5 и 6 июня, вечернее время, 15 часов, в Большом зале консерватории. Но помимо этого у нас есть еще творческая работа небольшими составами, не только курсовыми форматами. Вот 21 марта, а это дата, выдающаяся дата для каждого музыканта, наверное, для каждого музыканта, день рождения Баха. В малом зале часть наших студентов, нашего города, будет исполнять две кантаты Баха. Из его многочисленнейшего кантатного творчества. Так что милости просим и мало знаем. Ну а сейчас мы пожелаем вдохновения, радости вот этим вот молодым нашим талантливым студентам.
класс профессора Владимира Владимировича Суханова. Thank you.
класс преподавателя Марии Владимировны Максимченко. Oh.
Шума. Вечерняя звезда. Слова Фалерсевера. Дирижер Яна Ди. Класс профессора Бориса Ивановича Куликова. Thank you.
Сергея Анатолова, класс старшего преподавателя Александра Владимировича Антипина.